Девочка, попробуйте немного поиграть лицом. Зачем? Просто фотографии однотипные. Живая улыбка лучше, чем унылая физиономия. Это не фотосессия, это наказание какое-то. Пожалуйста, верните мне деньги. Ничего я не верну. Весь день кувыркалась, и я заработала. Тогда я попрошу вас уйти. Иначе я на всех сайтах и во всех группах оставлю отзывы, а всем знакомым расскажу, что вы профнепригодный.